В Калязинском районе началось строительство межпоселкового газопровода к деревням Ярославичи, Василёво, Поречи и селу Нерль. Протяженность газовых сетей без малого 20 километров, и они возводятся в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов. Ввод газопровода создаст условия для газификации 345 домовладений, дома культуры, библиотеки, школы, детских садов и других социально значимых объектов. Из Калязинского района материал нашей съемочной группы. Хотелось бы как-то, чтобы это все ускорилось. Нет, конечно. Подложим бумажки, печки. Вот, пошло тепло. Сказать, что начало этих работ ждали, ничего не сказать. Свои дома жители целого ряда деревень в Калязинском районе Тверской области по-прежнему отапливают с помощью дровяных печей. Сейчас для отопления одного дома требуется 5 телег дров. Это больше 20 кубов. Сейчас телега дров стоит от 7 до 10 тысяч. С вечера протопил, утром встал, уже все меньше 20. Оно же не постоянно тепло держится. Это действительно большое подспорье. В частности, в Василёво укладка проходит методом прокола, без нарушения поверхностного слоя земли, что позволит в обычном режиме вести сельскохозяйственные работы на полях. В общей сложности здесь планируется обеспечить возможности для газификации 120 домов, включая два многоквартирных. В настоящий момент на объекте выполняется укладка трубы в траншею. Окончание строительства запланировано на 2022 год. В целом, по данным акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь», ввод межпоселкового газопровода в Калязинском районе создаст условия для газификации 345 домовладений, дома культуры, библиотеки, школы, детских садов и других социально значимых учреждений. Программа очень большая, она делается в реализации исполнения поручения президента по газификации Российской Федерации. Это наш шанс, чтобы газ пришел в каждый муниципальный район, в каждый муниципальный округ. Темпы достаточные, контракты все заключены, сроки соблюдаются, в некоторых случаях даже идем с опережением. В этом году в регионе вводят 209 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2700 домов и квартир. Начато строительство межпоселковых газопроводов к поселку Жарковский и в Калязинском районе. В ближайшее время запланировано начало строительства сетей в Молоковском и Старицком районах, Краснохомском муниципальном округе. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 километров газовых сетей и 150 километров газопроводов отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.